Четверо подозреваемых, арестованных по делу ТФБ «Финанс», обжаловали свой арест. Напомню, уголовное дело на дочку Татфонбанка завели в начале февраля. По подозрению в хищении денег были задержаны директор ТФБ «Финанс» Тимур Вальшин и его подчиненные. Их оставили в следственном изоляторе до 2 апреля. Четвертым подозреваемым стал зампредседателя правления Татфонбанка Вадим Мерзляков. Предполагается, что заседание суда по изменению меры пресечения пройдет завтра, 17 февраля. Татарстанское МВД отчиталось о сокращении преступности. За прошлый год в республике зарегистрировано около 48 тысяч преступлений, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Из них более половины приходится на преступления против собственности. По статистике, треть случаев удается раскрыть. На 8 миллиардов рублей планируется обновить машино-тракторный парк Татарстана в этом году. Проблема в том, что имеющейся сельхозтехники не хватает мощи и тяговой силы. Так, 40% зерноуборочных комбайнов республики произведены в прошлом веке, из-за чего аграрии не могут рассчитывать на высокие темпы уборки урожая. Набережные Челны заняли первое место в рейтинге муниципальных образований Татарстана, составленном Министерством здравоохранения республики. Районы сравнивали по показателям смертности, зарплатам врачей, загрузке больниц и еще 37 критериям. В числе лидеров также Тукаевский, Нижнекамский и Сабинский районы. Уже в этом году в стране должны появиться особые пластиковые карты, по которым можно будет приобрести продукты российского производства, а также семена и саженцы. Автор проекта – Министерство промышленности и торговли страны. Разработанная программа призвана поддержать предпринимателей, занятых в агропромышленном секторе, и малоимущих, коих по статистике в России 11%.